по его инициативе революция была совершена в 17 году, в 1917. Правил, по-моему, до 22-го был. Ну, не знаю, я больше Сталина не люблю. Лидер революционного движения. Ну? И как вы оцениваете его лидерство? Не знаю. Может быть, зря, может быть, нет. Что зря? Что он сделал? Может быть, может, было бы лучше, если бы этого всего не было. Это знаменитый человек, из которого потом сделали Бубби. Ну, тут двойственно, потому что он и мудрый человек, и в то же время много ошибок. Но это история, это наша история. Личность? Человек, который изменил историю? Ну, если в двух словах. Личность больная, не совсем здоровой головой. Здоровых нет, есть недообследованные. Вот и все. Помните, кто был? Как не помню? Мы в советское время родились. Мы знаем, что он сделал для нас, и спасибо. Я когда училась в институте, мы же изучали работы Ленина. Вот, и я всегда поражалась, насколько этот человек был умный, одаренный. Ленин. Да, есть. Есть. А потом переименовала на Ленина. Да. А кто такой Ленин? То музыкант. Ну, наше покоління ще, я думаю, що знає історію. От попитали би ви в школі зараз дітей 10-й, 11-й клас, я думаю, що не назвали би вам не то, що Леніна. Ваш пролетаріат. Володимир Ілліч Ленін, Ульянов. Революція 17-го року. Була Ленін. А тепер Ленін. Ну як, лідер Бітлз.